Здравствуйте, друзья! А сегодня мы хотим поговорить с вами об отношении к Лени и Лодырям в нашем Отечестве. В традиционном крестьянском обществе очень важной считалась репутация жениха и невесты в отношении труда, работящие ли они. На общих сенокосах или на других работах община всегда следила за тем, как работают те или иные молодые люди или девушки. При этом учитывались ловкость, сообразительность, сила, а также знание различных видов работ. Представления об умелости и трудолюбии каждого складывались по результатам их труда. И горе молодежи той семьи, которая обрела репутацию ленивой. Негативное отношение к семье окружающие переносили и на молодежь. Подозревая, часто весьма справедливо, и отсутствие правильного воспитания и плохую наследственность. Изменить мнение окружающих к лучшему было весьма непросто. Исследователь Листова приводит в пример высказывание пожилых сельских жителей. Лодырь позорный. Это страшно. Только слух пройдет, семья лодырей. Девушку и замуж не возьмут из такой семьи. У нас Лаенковы были, семья лодырей. Век их уж знали. У всех все сделано, а у них и не вспахано, и не убрано. Все смеялись и учились, все не клеилось. После войны сын Лаенкова приехал весь в медалях и с вещами, сватался ко мне. Но для меня он сын Лаенкова, я и разговаривать не стала. Мнение одной сельчан о девушке, как о невесте работницы, учитывалось всегда при сватовстве. У всех на виду была ее одежда собственного изготовления, украшенная в праздничном варианте. Это учитывалось в умении ее рукодельничать. Специальный осмотр женщинами общины девичьего рукоделия в некоторых местах осуществлялся на выставках юных невест, а также на перебасках, соревнованиях по нарядам в доме молодой. Если невеста была из другого селения, то о ней старались разузнать. Например, из Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии писали в конце прошлого века. На смотритах мать жениха везде вышнарит, всех выспросит и напрямит, и загадками, умеет ли коров доить, телят парить, стряпать, хлеб печь, шить, косить, жать, будущая невеста. Вот как много трудного ожидалось от невесты, будущей невесты. Вопрос о репутации семьи возникал, разумеется, не только в связи с трудолюбием, но и с нравственным свойством семьи. При выборе невесты учитывали, что она из хорошего рода, известного своей честностью и другими хорошими качествами. Учительница из Ильинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии подчеркивала в своем сообщении 1897 года, что семья жениха разбирает нравственные достоинства не только самой невесты, но и ее семьи. Яблоко от яблони недалеко падает. Или яблоко от яблони, а от ели шишка.